Песня называется «Непременно все исполнится». Автор Александр Челюстов. С оленями. Обветшали надежды, как-то сделались ниже, только звезды все те же, август сыплет на крыши. Скоро осень настанет, и конец звездопада загадаю желание. Что же зря звездам падать, и желание исполнится бархатным вечером, и от этого мгновения закружится голова. Начнутся вдруг созвездия вдоль пути Млечного. Я скажу тебе, любимая, в жизни главные слова. И качнутся вдруг созвездия вдоль пути Млечного. Я скажу тебе, любимый мой, в жизни главные слова. И затеплится счастье ночью трепетной длинной, в тонком кружеве страсти мы утонем с любимой. Заискрятся надежды, сердце радость воскреснет, а над крышами те же звезд волшебные песни. Непременно все исполнится бархатным вечером, и от этого мгновения закружится голова, и качнутся вдруг созвездия вдоль пути Млечного. И прошепчет мне любимая в жизни главные слова, и качнутся вдруг созвездия вдоль пути Млечного. И прошепчет мне, любимый мой, в жизни главные слова. И прошепчет мне, любимая, написал я стихи Льва Болдова. Проведи меня, кот бегемот. Проведи меня, кот бегемот, тем булыжным Андреевским спуском, где качается бледный фонарь над укутанной снег мостовой, и закружит теней хоровод в коридорчике памяти узком. И бессонница, и желтый январь полыхнет над далекой Москвой. Вечные книги лукавый фантом, мой шутник гуталиновой масти, от пустого людского суда, от поклонников желтых штиблет, проведи меня в низенький дом, где корпел над тетрадками мастер, где он счастлив был, как никогда.
12 горячечных лет. Все здесь юные, все влюблены, в окна ломятся гроздья акации, как роман, что раскрыт наугад. Это дом, где все судьбы сплелись, где романсы поют турбины, среди оживших на миг декораций и Андреевской церкви фрегат уплывает в погрянную ввысь. Затихают в прихожей шаги, заплетает косички поземка, и плывет колокольная грусть по утраченной жизни скорбя. За два дома не видно ни зим, все рассыпчато, шатко и ломко, но пройдя этот путь наизусть, обрести, попытайся себя. Да хранит нас булгаковский храм в нашей жизни всем бедам открытой, где надежней пристанища нет, чем о прошлом счастливые сны, где по скользким булыжным торцам мы сбегаем с моей Маргаритой, где пролит керосиновый свет из желтеющей ложки луны. Значит, и песенка Наташа на следующая выглядит примерно так. Это песня Кости Вихляева. Жил-был художник. Звали его Казимир Малевич. Жил в тяжелое время, это была революция. Были у него ученики, свое мировоззрение, отличное от многих мировоззрений. И, конечно, живописное полотно. И самое известное полотно, пожалуй, на сегодняшний день, это... Боже мой, какая образованная публика. И вот одни говорят, что это просто блеск, это путь к звездам, это путь в иные миры. Другие говорят, фигня полная, зарисовал черным какую-то мешковину. Где здесь искусство? И вот Костя Вихляев, я так думаю, посмотрел на это все. И что он мог сделать? Конечно, писал песни. И она называется очень программно, на мой взгляд, «Дворник Казимир». И шагнул в окно своей пустой вселенной в черный
тир, тир-пыр.